Всем привет! С вами InformTV. Сегодня стало известно, что уже второй главный герой покидает всеми любимый сериал «Сваты». Уже начались съемки нового сезона, и первые серии выйдут в сентябре. Но Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой мы там не увидим. Решение Николая связано с тем, что он очень устал от регулярных насмешек над его персонажем. Сценаристы выставляют Митяя в образе дурачка из деревни, алкоголика и человека, не умеющего работать. Над Митяем во всех сериях «Сватов» смеются все остальные персонажи. И в новом сезоне ситуация не поменялась. Сценаристы оставили образ точно таким же, что совсем не понравилось Добрынину. Нужно отметить, что подобное недовольство актер высказывал неоднократно и уже предпринимал несколько попыток отказаться от участия в данном проекте. Ранее актер Анатолий Васильев тоже прекратил съемки в «Сватах» по аналогичной причине. Ему не нравилось, что над его персонажем Юрием Ковалевым регулярно подшучивает герой, которого играл Федор Добронравов. Это надоело актеру, и он не раз высказывал свои претензии по этому поводу. Из-за этого однажды на съемочной площадке даже разгорелся скандал, после которого Васильев навсегда ушел из «Сватов». А вчера Татьяна Кравченко рассказала, что Артемьевой тоже не будет. Она отказалась сниматься из-за денег. Цитата: «Может, запросила много?» – задала риторический вопрос Кравченко. Федор Добронравов тоже подтвердил, что Артемьева не появляется на съемочной площадке. Цитата: «Я про уход из сериала Артемьева не слышал, но в отснятом блоке она с нами не снималась. Это правда». На данный момент отсняли зимние сцены сериала «Под Минском». По словам Татьяны Кравченко, летнюю часть будут снимать уже в другой стране – в Молдавии. А вы жалеете, что такие яркие и талантливые актеры покинули этот сериал? Останется ли он таким интересным, как был, без этих любимых героев? Пишите в комментариях свои мысли. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!